В Чувашии работает всего один детский сад для детей с нарушением зрения. В 137-м садике компенсирующего вида занимается 129 воспитанников. И вот совсем скоро здесь будет открыта новая группа. Это удастся сделать благодаря программе «Модернизация дошкольного образования». На реконструкцию и оборудование нового помещения было выделено 1,5 миллиона рублей. Все строительные ремонтные работы завершены, остается только дополучить мебель. И группа будет уже готова для открытия и для принятия наших будущих малышей. Ребенок в окружении сверстников с таким же недугом не видит ничего необычного в ношении очков, заклеек, в проведении лечебных процедур, коррекционно-развивающих упражнений. А мы, взрослые, стараемся окружить заботой и вниманием, сделаем все возможное, чтобы улучшить зрение ребенка, вселить надежду, рассеять сомнения, веру в свои силы, уверенность, что ты все умеешь, у тебя все получится, что ты такой же, как все. И, как правило, у нас это получается. Если за последние 3 года мы выпустили 102 ребенка, из них при поступлении 40 детей были потенциальными кандидатами в школу слепых и слабовидящих, а попали туда 12 детей. И мы гордимся этим.